В 6 муниципалитетах региона уже предусмотрены деньги на инвентаризацию участков, приведенных в порядок благодаря президентской программе формирования комфортной городской среды. Это значит, что детские площадки, малые архитектурные формы и прочие элементы благоустройства не останутся без надзора. К такому выводу пришли участники заседания комиссии по ЖКХ Общественной палаты. Общественники считают, что межевание земли поможет сохранить отремонтированные внутридворовые территории. Тем более, что итоги инвентаризации участков – одно из условий дальнейшего финансирования работ по благоустройству в рамках федеральной программы. Необходимо рассмотреть вопрос о том, что изменить положение о инвентаризации, которое у нас принято и действует на территории Самарской области. Есть определенные особенности, о которых мы тоже будем говорить, но это уже в адрес правительства Самарской области. То есть наша задача комиссии – поднять эту проблему, довести ее до власти, чтобы она в последующем могла ее исправить. Почему? Потому что от этого очень многое зависит, в том числе, я думаю, и выполнение этой федеральной программы «Комфортная городская среда».